Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмаз на мозаиках США. И в этом видео я хотела бы вам показать свою законченную работу «Деревенский мост» от американского производителя Diamond Dots. Итак, начнем. Это полная выкладка круглыми стразами от американского производителя Diamond Dots. Называется «Деревенский мост». Размер 51 на 51 сантиметр нестандартный. Будет мне проблема искать рамку. И этот набор пришел с 30 цветами. Три из этих цвета уже были Эйби. А именно желтый, зеленый и белый. Но я добавила еще светло-голубой вот сюда вот. Это единственное изменение, которое я сделала. Больше я ничего не меняла. Выкладывался этот набор очень быстро и легко. Нет, неправильно сказала. Он как бы легко выкладывался, но занял какое-то время, потому что у меня не было возможности выкладывать каждый день, и здесь было очень много конфетти. Но канва, как вы знаете, тканевая, липкий слой – это наливной клей. Стразики просто потрясающего качества. Это мои любимые стразики. И то, что вы видите здесь сейчас, тот блеск, он вообще не передается, потому что блеск намного интенсивнее в реальной жизни, чем то, что вы видите сейчас. Может быть, когда ее я оформлю, поставлю вертикально, вы сможете тот же блеск увидеть, который я, но камера не передает, к сожалению, настоящего интенсивного блеска. Стоил этот набор довольно-таки дорого, я не знаю почему. Самый дешевый, который я увидела, был, по-моему, $30, а я его за 40 купила в Walmart. И я смотрела различные магазины и по рукоделию, и сам официальный сайт Diamond Dots, и Walmart, и везде они были очень дорогие, эти наборы. И вот я вот тут, по-моему, в Walmart на распродаже за 40 или за $30 купила, не помню. И никогда он почему-то не падал в цене. Я не знаю, почему вот именно этот набор. Все наборы падают, кроме этого. Ладно, я решила купить. Я осень люблю, и сейчас у нас осень. Вот именно такая, какой вы видите сейчас на экране, вот на этой картине. Очень яркая. Золотые, желтые, красные листья, или даже вот такие вот листья, как вы видите сейчас, вот эти вот. В принципе, мне нравится результат. Насколько я понимаю, оригинальная работа была написана этим маслом. Я не нашла оригинальную работу, но вот судя по вот этой картине, она была написана маслом. И вы сами знаете, что как бы масляные работы, они не супер прям детальные, даже если они написаны красками. Вот, ну и естественно, и алмазка не будет прям супер детальная, но все равно тот факт, что она была написана маслом, и тот факт, что здесь очень, ну как бы здесь нет таких вот каких-то отдельных больших объектов, только мост, а все остальное – деревья и листья. Листики, они же очень маленькие, и отражение, да, вот этих деревьев в воде. Листики, да, отражение листиков, в принципе. Они же очень маленькие, а алмазики большие относительно, 2.8 миллиметра.
И, естественно, передать вот эту всю детальность маленьких листиков очень трудно. Вот, но думаю, что и для такого маленького размера этот набор довольно-таки проработан. Вот. Но, конечно, в будущем я постараюсь не покупать как бы пейзажи, где вот только деревья, главные персонажи, так сказать, да, главные объекты. Буду все-таки покупать так деревья, вот как у меня в этом наборе. Деревья так на фоне, а спереди какой-то вот большой объект. А здесь деревья тоже выступают как главные объекты, а не как фон. Вот, и я буду все-таки стараться покупать наборы, где деревья все-таки фон, а не главные объекты, потому что трудно передать детальность листьев, вот таких вот маленьких каких-то нюансиков. А на этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось, и теперь я начинаю рождественские наборы. Счастливо!